Вот он смотрит на нас. Большим розовым камнем. Все, да. Вот туда. Аккуратно, Джамиль, снимайте его с этого, с цепи. Ох, блин, в капкан. Капкан. В капкан. Блин, жалко. Давайте спасем. Конечно, надо, обязательно надо. Джамиль, аккуратно снимай. Видео, и отпускаем. Нет, он же ранен. Думаешь, забрать? Ну, на реабилитацию вот этот центр. А, точно, да. Что говоришь? Получается, оставлять нельзя, да, его? Я думаю, он сильно раненый. В капкан попал прям, да? Он улетит, у него будет шанс улететь. Не надо, если мы сейчас опять будем переходить. Мы несколько раз уже. Это орел попал в капкан. The eagle trap. Оскар, акрын! Куртка менен жаап туруп. Окей, yeah. Two people enough. Мы его пока понесем. Да, надо тогда. Я согласна нести орла. Он тебя покусает. Точно согласна? А мы его. Не, можно этот. Мы его замотаем. Можно в рюкзак, чтобы он потихонечку дышал. Не бойся, зайчка, мы тебе хотим помочь. Ну, вообще, это, ты знаешь, как он тут, ага. Кусок мяса будет? Наверное, кто-то попался, а он хотел его съесть. А, да. Возможно, поставили капкан для волков, потому что капкан большой чересчур. Вот, есть. Держите, Зань. Ребят, видео, пожалуйста. Делаю. Видео снимаю. Джамиль! Оскар, пока не отпускайте. На реабилитацию утащим. Соотечественники, скажите. Соотечественники, не отпускайте Беркута. Не, вы соотечественники. Реабилитация. Колыңар, давай лағылыу. Джамиль, қой бербе. Чужой. А эту дрянь выкинуть и камнями сломать. Ну, его, возможно, чабаны поставили, чтобы волки не нападали на их скот. Возможно, потому что капкан чересчур большой. Не для птиц, да. И, возможно, туда поставили мясо какое-нибудь или что-нибудь этот. Да, а да. Этот беркут именно. Приманился. Да. Согласна нести орла. Оксана, почему ты всегда попадаешься на таких ситуациях? Помнишь, вот тогда, когда стреляли этих козлов? Козлов, да, да. И вы тоже были, да? Нет, Алена, была ты? Была. Когда стреляли этих? Да. Архаров. Козлов. Да, спускались с рациком. Ох, блин, сильно. Мне кажется, его вот это, как девушку зовут, которая со Сосипуля, где барсы. Ага. У них же там вот эти. Эй, кой бербей, да, эй. Что, нормально, да? Сымаптыр вы? Я из Испании. Эй, Джамиль, будто точно сымаптыр вы? Алдығым не кем, приманкауы? Ксюшечка, ну он идет. Ну да, теперь есть шанс. А почему вы его не захотели решить? Не, у него ноги не сломаны, нормально. Он целый. Ага, косточку надо, чтобы он доел, и у него будут силы. Обработать три аптечки. Не, он идет вроде вверх. Он умрет скоро. О, браво!
Молодцы. Взрослая птица. Взрослая, большая, да? Она не была. В капкане. А, в капкане? Вот он улетел. Тот орел. Нет, он улетел. Он получается... Наш? Наш, да.